Всегда завожу спокойно и легко друзей. По футболу. Я разговаривать умею. Много и хорошо. О, нет никаких. Пение. Я не знаю, я умею играть на гитаре. Немного теплее за стеклом, но злые морозы. Вхожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Ну, я вообще-то талантливый человек. Я создал 21 вид продукции из дикоросов, которые имеют дипломы золотых медалей, включенные в каталог 100 лучших товаров России. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы... Разнервничавшегося концептуалиста Прокола Коробенко нашли климатизировавшимся в Константинополе.